Вот так весело Лёша играет с друзьями в футбол. С первого взгляда и не подумаешь, что он не слышит и практически не разговаривает. Мальчик родился в неблагополучной семье, еще в раннем детстве его изъяли в детдом. Два раза его забирали из приюта и два раза возвращали обратно. Встретиться с мамой мальчику было осуждено в летнем лагере. Наталья – педагог третьего лицея. Рассказывает, о приемных детях никогда не думала, но к Лёше буквально привело сердце. Ей сперва даже показалось, что он похож на ее родственника. И теперь Лёша стал действительно родным. Я для него мама, Юля моя дочь, ему сестра, Сёмка. У нас его брат, он его зовет. У него все теперь спокойно, хорошо. У него теперь нету как бы такого взгляда в глазах, что у него есть семья. Вот он живет теперь в семье. Это видно по нему, и я это чувствую, что у нас, вот, я его мама. Я иногда реально думаю, что, наверное, я его правда родила сама. Мама стала для него настоящим наставником. Она сама научилась языку жестов и учит ему весь класс. Лёша учится в обычной школе, любит поиграть с друзьями в футбол и волейбол, а еще занимается тэквондо и в мим-театре. К слову, все его друзья рассказывают, что с Лёшей бывает даже интереснее, чем с другими ребятами, хоть и общаться сложнее. Ну, он веселый, поэтому с ним весело, и он всегда всех смешит. Ну, было весело, иногда мы просто после репетиции, когда Лёша уходил, мы просто вспоминали эти моменты и смеялись, потому что это было очень смешно. Поначалу было сложновато, но потом я начала привыкать и даже подружилась, что ли. Сначала я его язык не знала, поэтому не знала, как объяснить, поэтому просто слова говорила или писала, поэтому было сложно, времени не хватало там. Потом, когда я начала изучать его язык, стало легче говорить, и намного времени хватало. С ним как там интересно дружить. Он такой как там своеобразный. Он может тебе помочь. Мы ему помогаем. Он хороший, лучше всех. Сейчас Лёше 12 лет, он потихоньку учится говорить, мечтает стать актером, как его кумир Чарли Чаплин, и даже уже задумывается о семье. Софья Питеркина, Виталий Субботин, новости ТВК.